Всем привет! Сейчас мы с вами попробуем проверить форсунки на слив в обратку Ford Transit 2.2 TDCi. Для начала снять корпус воздушного фильтра и воздуховод салонный. Шприцы установлены. Итак, первый тест. Заводим и сразу глушим. Смотрим на результат. Первая вроде как меньше всего, остальные более или менее равномерно. Следующий этап. Запускаем двигатель на 1 минуту. Минута прошла, судя по результатам, ну пока что вторая больше всех, но сейчас ближе посмотрим. Результат примерно одинаковый, смотрим теперь поближе. Итак, первый цилиндр, даже 10 нету, 6. Переходим на второй цилиндр. Так, чего у нас тут показывает? 8. Третий цилиндр, 7. И четвертый цилиндр, тоже 7. В общем-то равномерно все. Так, фокусируйся давай. Во. В общем-то все равномерно. Считаю нормой. У нас тут весьма грязно получилось, поэтому сейчас мы это все помоем. Не забываем закрыть воздуховод, чтобы ничего не попало туда. Мыть будем активной пеной и водой. Для этого вот я приготовил компрессор, ну и флакончик с активной пеной. Теперь все это дело запшикиваем пеной. Таким образом даем пару минут, чтобы оно отъело-поело. После этого берем. Итак, помыл. Сильно не стал вымывать, только крышку клапанную. Здесь, в принципе. Но грязненько, конечно, но ладно. Пусть остается.
Главное, что вот здесь все вымыл, высушил. Ничего не забыть одеть.